Доброе время суточек, вы на канале Анжелика Семерякова. Вот так он стоит, пьет молоко. Там у него маленечко комбикорма. Ну все, все, полотенце увидел. Идет мордочку вытирать. Это полотенце их висит. Мы им мордочку вытираем. Умный уже, умный. Все съел и... мордочку вытирать, да? Ты умный? Умный, умный, мордочку вытирать ему надо. Маша, Маша, кушай сено. Маш, сено кушай. На вот сено. Сено кушай, Маш. Маш, перестань баловаться. Шила. Кушай сено. Маша, кушай сенце, кушай, девочка моя. Вот обезьяна, Маше общение надо. Она любит общаться, чтобы все около нее кружили. Машенька. Маша, Маша, я не ваша. Машенька, Машуточка. Баловная девочка. Да, Машенька? Мы уже управились. Это вечерняя управка у нас. Сейчас я буду выключать свет. По доченьке. Доча отёл у нее 24-го, кажется, или 23-го, не помню. Надо на холодильнике посмотреть. 24-го, кажется, февраля. Но у нее вымя вообще плохо набирается. Но теленок сильно шевелится. Но вымя... даже не скажешь, что она будет 24-го там телиться. По морьке. Морьку раздоили до 19 литров. Но каждый день по-разному дают. Бывает 17, другой день 18, потом третий 19 и опять вот так вот падает. Короче, нету пока постоянства. Это Ванюшечка. Стоит, сено ест. Он меня не видит. Если бы сейчас он увидел, он бы сейчас уже... прыгать стал. А тут он занятый сеном. Ну, как громко сказано, сено ест. А так, помаленечку. Одну веточку возьмут и грызут. А то еще подумайте, что правда сено едят. Так, веточку одну грызет и все. Очень хорошо со свиньей дружит. Он ее сейчас взял в рот и будет гонять туда-сюда. Вот смотрите, что эта дамочка сделала. Она просто взяла с кормушки сено, выкинула на середину. Вот сейчас бы как додала бы вот этой дамочке, а? Ты сейчас что делаешь? Вот так они сено и едят. Чем тебе эти сено плохое? Сено хорошее, этот рулон. Ну, взяла, выкинула просто на середину. Ой. Вот это сено, то сено рулон, а попался хороший. Ты ешь давай. Все с характером, все вредничают. А, Ванюшка мой только не вредничает, да? Не вредничает, Ванюшка. Эмоции мне дарит. Да, положительные. Да, чудо мое. Все, давай до завтра. Пойду я домой молоко процежу вам на завтра. О, и ногой, и головой. Господи Всевышний. Все. Всем большое спасибо за просмотр.
Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока.